на хто в других он говорит, где ты такие штаны без? Андрей? Да. Так говорил? Да. Да, он как-то это, выходил. Да, он ко мне заходил даже. Выпить, и... наверное, да? Да. Я шла с работы как-то, он говорит, о, Ксюха, привет, и даже с ним не поздоровалась. Милош... А потом он сюда к нам домой пришел, начал бабушке мозги промывать. Давай я Ксюхе найду жениха. Он же мне это... Ну, он забухал тогда в автобусе здесь. Угу. Вот это, да. Говорит, пойдем, можно где-нибудь в больницу? Я говорю, да не вопрос, можно купить. Угу. Ну, бухло. В поликлинике, нет. А, больничный. Больничный, да. Он говорит, я забухал, я на работу не хожу уже третий день. Говорит, ну, в больницу. Ну, пошли. Угу. А она принимает с трех. Угу. А мы утром пошли. Он говорит, ну, до трех часов я не вижу смысла, давай, говорит, выпьем. По 100 грамм взяли вот это. Ну, коньяка? Рюмки. А, нет, рюмки, водки. Рюмки, да. И сели там на лавочке, быстренько выпили, только выпили, вот они мусора. Мне хоть бы что, слышишь? А его завалили, заломали. Да? Да, завалили, заломали, он же начал скидываться на мусоров. Кидаться? Да. А почему? Он мусора влупил так, что тот упал. Обалдеть! Он броском каким-то, так, фу. Он, а, это нападение, все, короче. Я, мужики, да вы что делаете? Они его заломали там. Я, да вы успокойтесь, никто ничего не пил. Нам сигнал поступил, все, короче. Ничего. Его забрали, ну хорошо, у него деньги были с собой. Много? Он, денег не было. Знаю, да, нормально было денег у него. И он, хоп, через полтора часа он уже здесь мне звонит. Выходи, давай, вим. Обалдеть. Он говорит, я дал ему, говорит, по две штуки, и они меня отпустили. Ничего себе. Богато живет Андрюха. Ну, жил тогда. А, жил тогда. Интересно, он где-то тут же, да, на районе комнату снимает? Нет. Насколько я знаю, он в таком роде у брата. А, как его брат терпит? Он же как только, да, только он, выходные, может, сразу пьет. Может, там, может, это, может, хату снимает, может, чего. Понятно. Я тоже с ним пересекся, как-то. Не, я его еще весной видела. Не, нормально, вот пока он сильно не напивается, он... Он же моей сестре порнуху давал смотреть. На диске. Хорошо, что у нас плеера этого нет. Что ты думаешь, что не будет держать? Будет держать. Может, откроем, попробуем, посмотрим? Да будет она держать. Фу. Открывай. Все рано. Да давай, под... да. А мы ж тогда открыли, а она не бежала, где железка эта. Подожди, не открывай. Все, бежит? Она уже на крапу водит. Давай дождемся, пускай она застынет. Да, я вижу, она там капает. Каплями, да. Утекает. Хоть она жирная. Это может не давно. Возьми тряпочку, обмотайся. Я помню, как-то резиновым шариком я батарею меня подкручивала. Когда железные трубы у нас еще были. Ну, сука, она мокрая, не хочет садиться. Только на сухую, походу, да? Кусок тряпки, это, вот здесь обмотай. Она оттуда не текла. Не текла? Она потекла с подгайки. Она, блядь, она... Вода. А там эта прокладка. Вода и вот там. Ну да, скорее всего, прокладка. Я согласна с вами полностью. Там, с учетом того, что я в этом не шарю. В общем, Андрюха, тебе по полной зажег. А прикинь бы, вас двоих бы загребли бы. Так у меня документов не было. У меня были документы, его все равно забрали. Обалдеть. Потому что он прописан в самом роде. А что ты здесь делаешь? Он есть здесь хату снимает?
Вот вам везет на полицию. Да, Андрюха еще тот тип со странностями. А, вот так, да.